Здравствуйте, друзья мои, с вами Бамбу. Сикухати в своем проявлении вовне впечатляет своим, как правило, таким ярким, громким звуком. И надо сказать, что такая возможность у сикухати, безусловно, есть. Но так называемый главный звук сикухати, он на самом деле не такой громкий, не такой яркий, не обязательно такой. Собственно, это вообще не звук, а то, что находится внутри звука, или за звуком, или в звуке. Тем не менее, вместе с этим я вот периодически смотрю какие-то, посматриваю видео, экскурс делаю раз там в месяц, что происходит в мире сикухати, и так тег ввожу, смотрю, что происходит. Ну и периодически появляются новые люди, которые впервые начали играть на сикухати. И слышны вот эти неуверенные звуки. Тем не менее, они прекрасны сами по себе. Но это вот как бы вот все, что... То есть выдавает человек звук на пределе своих возможностей, так скажем. Он старается, но звук
То есть фактически вот сейчас я играл достаточно тихо, а до этого, до записи играл еще более тихо, более так вот. То есть, так скажем, в момент записи, то, что вот вы слышали в начале, это уже, ну, определенная степень какого-то искажения произошла. Вот до этого было то, что еще ближе к какому-то вот архетипу ханкёчности. Но передача вот этого, она определенную, то есть это не так легко. И вообще это специально нельзя сделать специально такое. Вот, поэтому записи это всегда искажение. Так вот, у начинающих как раз есть вот этот момент, и я сам через это в свое время проходил. То есть это как бы он, человек играет искренне, вот выдувая, вот у него нет как бы знаний, нет опыта, нет силы, можно сказать, и он на пределе. То есть это как бы можно сравнить, ну так скажем, с чем? Ну, если взять какого-то сильного очень человека, борца какого-то или какого-то бойца, который обладает там хватом каким-то мощнейшим или там силой какого-то удара громадной, там может быка завалить этим ударом. Но при этом, когда он, так скажем, показывает для ученика, показывает, он не применяет эту такую силу удара, чтобы ученик на месте быка оказался. То есть он делает, показывает эту вот, как это должно быть, но как это вот происходит, и как бы имитирует этот вот это движение, но при этом он не причиняет непосредственно вреда, да, вот тому, кому он показывает. То есть как происходит вот это вот. И вот, так скажем, мастерство, то есть вот мастера, там, которым человеку может быть 80 лет, он уже, так сказать, прошел вот эту вот, набрал силу, и при этом он уже играет как бы подобно вот этому начинающему. И человек, ну просто вот со стороны, который не в теме, не в курсе, он даже не поймет вообще, что здесь происходит. То есть он, потому что, ну, как бы подразумевается, что сила, это вот сила сейчас, вот она должна быть прям вот. А это другая, как бы, сила, которая в тени, как бы, находится этого. Вот, и, ну, и не нужно это, то есть, зачем, как бы, вот. 10 быков дзен спокойно пасутся на поле, никто их не трогает, так сказать. Нет необходимости такой, все гармонично. Вот, и вот это вот, тем не менее, вот, тем не менее, всевозможные упражнения с развитием, так сказать, вот этой силы, наработкой и чувствованием ее, они необходимы, потому что, чтобы вот эти вещи, о которых, ну, я сейчас пытаюсь сказать, чтобы они были понимаемы по практике, по фактичности, их нужно сначала, так скажем, чтобы это как вот, чтобы от чего-то отказаться, нужно сначала это иметь, так скажем. Вот. А нельзя отказаться, и нет смысла от того, чего и нет. Вот. Поэтому вот это, вот такой процесс происходит. Вот. И Сикухати, она вот парадоксальна и удивительна, эта флейта, тем, что вот, ну, так скажем, если взять какую-то там европейскую флейту, там, так скажем, сразу очевидно, да, то есть, ну, берет вот какой-то там опытный или мастер, вот он сыграл там Баха или чего-то такое, руладу какую-то, и сразу, ну, то есть, понятно, что это вот профессионал. А, ну, то есть какой-то начинающий, вот он тырк-пырк, и несколько звуков, и все. Вот. И сразу как-то вот это вот, ну, логически и математически, так сказать, понятно.
А в Секухате вот самые чудесные вещи, они понятны только вот, ну, то есть человек должен в теме быть, в теме, в принципе, Секухати или в теме каких-то смежных таких явлений, да, там. То есть, так скажем, я думаю, что человек действительно какой-то мастер или практик там, тайцзи или чего-то такого, услышав один звук и другой звук, он сразу, ну, почувствует, где что. Вот. Не в том смысле, что там, а, это плохо, там, кого-то там прищучить или что. Не в этих вообще смыслах, а в смысле самого явления. Вот. Я в связи с этим вот вспомнил смешной такой эпизод в свое время, там, когда я еще был совсем ребенком. Мой отец смотрел по телевизору какие-то конкурсы с, ну, какой-то тогда еще советских каких-то там полусоветских, значит, этих, ну, то есть конкурс певцов там, детей или взрослых, ну, какие-то такие, как сейчас вот, типа, проходит песня, как там, песня года или что-то там. Вот. И он всегда вот на 100% угадывал. Я удивлялся, но что вот у него было вот это. То есть он говорил, вот эта вот девочка, она, ну, то есть займет там первое место. Ну, тогда еще не было вот этих, видимо, покупки там этих мест или чего-то такого. То есть было как-то там. Вот. И вот он всегда. А потом я стал наблюдать, а что он отмечает, так сказать, вот в этом. И тоже стал, так сказать, за ним практически вот угадывать, так сказать. Что уже контекст образовывался, да, что вот, а что вот, чем отличается. То есть, вот этот спел там, на-на-на, и другой спел, а-а-а, и уже сразу раз, что за интонация такая, ага. Там еще там, и, ну, это такие музыкальные, уже более европейские. Но в Секухате это тоже проявляется, то есть, как вот говорят, что мастера там могут вот услышать один звук и уже все понятно, так сказать. Ну и опять-таки здесь один звук, один Будда. То есть, подводя, так сказать, итог, чтобы вот тому, что я хотел сказать, в целом, что именно в Секухате сам вот сам звук и, можно сказать, само в итоге как бы само состояние. Вот. В итоге само, что вот звук и как бы вот он сразу раз и вот сам обо всем и сам собой являет что-то. Вот. И при этом не стоит забывать, что в Секухате все звуки ценны, все на месте. То есть и вот этот звук начинающего, которого я кому-то, может, показалось, так сказать, прищучил, на самом деле это прекрасные звуки, которыми я вот, проводя эти тогда занятия, наслаждался и продолжаю, так сказать, их созерцать радостно. Но понимая при этом, что это всего лишь человек сделал первый шаг. То есть и я даже, может быть, больше его вот это вот, так сказать, осознаю, насколько это прекрасно, и насколько только это вот первый шаг одновременно. И прекрасный первый шаг. Вот. Потому что здесь всегда есть, ну, всегда есть такое вот мастерство, подразумевает сразу такую, растет одновременно, как только мастерство, так и сразу, так называемое эго, сразу оно такое, хоп, на пьедестальчик. Раз. И это тоже часть пути, то есть без этого никак. То есть оно вот, да, но при этом, как бы вас, ну, если это не осознается, то человек, то эго растет, а и мастерство вот это так внешне растет, внешний звук растет, больше становится, ярче, ух, ух, а внутреннее, как бы, наоборот, так сказать, уходит. Поэтому здесь, как и везде, баланс и осознавание, что это всего лишь, в любом случае, это определенная такая игра. Вот Секухати это же тоже игра в том смысле, что это еще игра.
что это не какой-то вот ступеньки, и нужно дойти прям вот и сесть туда на этот пьедестал, надеть колпак какой-то и сидеть там. А это именно живая игра. Живая. Спасибо, друзья. Играйте на секухате.